игра Far Cry 6, прохождение игры. Сейчас пойдем заберем алмаз, а потом я пойду за следующим заданием. Что-то расскажет. Отмечаю на твоей карте зенитку. Разнеси ее, ладно? Окей. Благодарю. Я за этим сюда и пришел. Забрал. Карту пошли. Оружие несколько раз я сменил. Песель, пошел песель. Это неплохо ее охраняет. Так, что у нас есть? Изучение хода местности, так делаю иногда. Нужно аккуратно везде. Держали строй такой, держали режим, поэтому расстреливали тех, кто делал не то, что надо. Так, все есть, кроме... Бесполезно так. Так, идем дальше за вот этим вот, сейчас сюда за этим алмазом и дальше. Хочет захватить это место, но владелец еще где-то здесь. Так, нужно найти владельца. Тут есть крутилки. А раз здесь есть крутилки, значит это хорошо. Отлично. Не открывайте клапаны. Си, не вопрос. Головоломка какая-то. Так. Вот еще двери. Еще нужен ключ. Чтобы туда зайти. Металл нужно брать, но за этим сюда, говорится, я и пришел. Так, сейчас картинки всякие, неплохо живут. И живут они неплохо. Здесь выход, здесь вход. Здесь выход, здесь вход. Мне нужен... Вот в офис же. Нормально там что...
еще один кран давления, и сейчас что-то будет. Может, кнопку-то нажать. Хотя нет, он уже, я уже ее нажал. Еще покрутить. Давление слабовато. Варит что-то. И вот еще один кран, скорее всего. Сейчас должно что-то сработать. Пиво. Так. Ядовитые пары какие-то. Так, а где этот? Кто мне нужен? Вентиляция. Оно уже не нужно, верно? Отлично. Тогда я возьму себе. Что пойдем вот это вот погромим. Так, можно ловить рыбу. Так, неплохо половились, можно еще поймать. Дани, мы перехватили сообщение о сбросе припасов. Доберись туда раньше военных. Зенитка, что ли? Так, опять зенитка, сейчас ее. Его. Так, вот подхожу я сюда. Определение целей. Того, что я здесь понял.
блин. Получается, для YouTube монтажку нужно будет делать, и для канала ДН подписывайтесь, ссылка в описании. Враг отправил подкрепление в твою сторону. Целая война. За это КПП. Так, ну из укрытия проще стрелять, наверное. Стали. Вот еще одну КПП освободил. Теперь что у нас, ну, у нас у вас, значит. Судя по файлам Макея, на одном из старых заводов инженеры упарываются, работая над проектом PG-240X. PG-240 — отрава, которой на Западе опрыскивают табак, из которого потом делают вивира. Думаю, PG-240X — то, чем нас хотели убить в отеле. Так что мы, пожалуй, уничтожим этот завод, чтобы хорошенько подгадить Макею. Я отправила туда фартовую с небольшой командой, они ждут тебя. Как будешь внутри, свяжись со мной и расскажи, что найдешь. Мы сообразим, как остановить производство. Muy bien. Сообщу команде, что ты скоро будешь. Ой. Нет, у них транспорт обживается. И не раз. Пошли. Любимое оружие. Название. Метров всего лишь можно как-то доходить до этого. Как там мои люди? Похоже, взяли территорию под контроль. Не забывай говорить мне обо всем, что видишь. Если я не ошиблась, этот объект важен для производства яда. Конио, да ты ж легенда, какого? Идем на штурм, да? Елена, тут полно ракет и контейнеров. На контейнерах маркировка PG-240X. Спускайте в подвал. Если верить в планы здания, там куча электрооборудования. Жень, будешь? Блин, своего поднял. Или что? Так, экипироваться что ли, наверное, надо, или как? Сейчас, ну-ка, как бы что посмотреть. Елена, что за херня? Елена! Я слышу, Дани. Ты была права. Похоже, здесь люди Макея делают химическое оружие. Бомбы. Разнести все это к чертям. Подключи меня к любому компу. Устрою перегрузку. Сделаю.
Это бурлит что-то. Ракетки. Вентиль. Так, а вот и ком. Подключайся. Минуту, ищу уязвимости. Инга, эту дыру закрыли хрен знает когда. Всего-то надо было запустить обновление Windows. Я-то думала, мне понадобится эксплойт на любого дня. И кровать надо, наверное, да? Собой, чтобы вынести одно мое предприятие? Я его отстрою. Кстати говоря, ты нанесешь огромный ущерб природе. Я думаю, нынешняя молодежь о ней заботится. Вы все умрете. Зачем вы вообще вызвались на это? Никому из вас не удастся выжить. Нормально, кинулись это шумовую. Можно идти? Да! Блин! Из фартовой. Выбрался. Послушай, я понятия не имела, что завод взорвется. Я не могла рисковать жизнями десятков повстанцев. Я тебя не виню. Иногда приходится жертвовать одним человеком ради многих. Я уверен, что Клара поступила бы так же. Может, это тебя успокоит. У вас больше... У вас больше общего, чем ты думаешь. Тогда сменим тему. Ты ведь понимаешь, что мы только что лишили Кастилю возможности производить химическое оружие? Это мощный удар по его режиму. Значит, бомб вроде той, что они сбросили на отель, больше не будет. Только те, что успели произвести раньше. Всегда есть новая цель. Если ты не против, сначала я немного отдышусь. Засаду, похоже. Красивые места. Адиас! Ты умничка. Пах океаном. Но потом появились иностранные корпорации и все отравили. В 67-м мы их прогнали. И много лет воздух был чистым. Потом Эспиноса начал распродавать наши заводы. Позже к власти пришел Антон и впустил сюда этого Янки Маккея. На его заводах делают яд, который нужен для производства Вивиро. Местный трубопровод – важная часть схемы лечения рака. Лоренцо показал мне твои снимки их исследований. Отвратительно. Мы с Еленой придумали, как саботировать производство чудо-лекарства Кастильо. Представь, что главный химзавод Маккея – это сердце, а трубы – артерии.
Если артерии перерезать, сердцу придется очень тяжко. Иди вдоль труб, Дани. Уничтожь подстанции, чтобы на заводе произошел скачок давления. Тогда Елена сможет подключиться к компьютерам Янки. И мы навсегда покончим с производством яда. Так, ну, поэтому на этом пока что сделаем паузу. Всем спасибо. Пока. Следующее прохождение будет выверенный удар. Ссылка в описании. Подписывайтесь на канал. Всем спасибо. Дышать.